Патриотическая акция «Своих не бросаем» в поддержку российских военных, а также жителей Донецкой и Луганской народных республик прошла в Химках. В ней приняло участие несколько десятков членов местного отделения «Единой России» и «Молодой гвардии». В парке Льва Толстого активисты развернули огромный российский флаг. Ура! Ура! Затем активисты сформировали композицию «Z» на ледовом катке в знак поддержки установления мира на Донбассе. Сегодня членами партии, сторонниками партии «Единой России», единомышленниками партии «Единой России» проводится патриотический флешмоб, направленный на поддержку Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Также «Единая Россия» активно принимает участие в сборе гуманитарной помощи и отправке. Уже первые фуры ушли из территории Московской области, поэтому сбор гуманитарной помощи продолжается. После активисты раздали ленты в цветах флага России. Малыш, ты знаешь, что это такое? Что это? Это флаг. Чего? России. Молодец. Держи, держи. Умничка. Молодец. К акции присоединились и химчане. Например, в ЖК «Город Набережных» на фасады домов жителей вывесили флаги России.